дамы и господа, уже по моему виду вы можете понять, что у нас в компании сейчас происходят грандиозные события. Как многие из вас уже слышали, я только что вернулся из Индии, где провел большое количество деловых встреч и консультаций с представителями индийских бизнес-кругов. В настоящий момент я принял решение о старте деятельности нашей компании на рынке Индии и начале масштабного продвижения нашего продукта на этом рынке. Уже запущен процесс по подготовке всей необходимой юридической документации. Это означает только одно. В самое ближайшее время компания начнет работу на крупнейшем мировом рынке с населением в 1,5 миллиарда человек. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что 11% всего мирового запаса золота находится в руках индийских домохозяек. О чем нам это говорит? Это говорит нам о том, что мы выходим на рынок, где культура использования золота по своей сути является частью всей национальной культуры. Золото всегда являлось и будет являться основным источником финансовой безопасности. Это также символ власти и престижа для любого человека. Мы провели масштабные исследования индийского рынка и увидели для себя бесконечные возможности к расширению. Но принимая это важное для нас всех решение, я неизменно остаюсь верным целям и ценностям нашей компании. Важнейшей ценностью Global Intergold является забота о клиентах и их финансовой безопасности. Мы выбрали для этого путь совместной собственности, которая должна нас объединить на пути к нашей общей цели – достижению финансовой безопасности для наших клиентов и их семей. На сегодняшний день мы уже добились выдающихся результатов в развитии нашего бизнеса. Но открытие такого рынка, как Индия, позволит нашей компании перейти в совершенно иное измерение бизнеса. Открытие такого рынка, как Индия, многократно увеличивает стоимость наших ценных бумаг. Настолько быстро, что многие из вас могут это просто не заметить. И поэтому то, что я собираюсь вам сказать сегодня, действительно очень важно для вас. Я принял решение выделить из президентского фонда дополнительные 128 тысяч ценных бумаг в подарочный фонд. В период, пока будут доступны ценные бумаги из этого фонда, мы будем дарить партнерам одну ценную бумагу при покупке по текущей цене двух ценных бумаг. Обратите внимание, что вы можете не только получить дополнительные ценные бумаги компании, но также купить их по текущей цене, до того, как цены на них пойдут вверх. То, что хочу лично я, это очень просто. Я хочу видеть вокруг себя не просто счастливых клиентов. Я хочу видеть вокруг себя группу единомышленников, объединенных общей собственностью, которые эффективно достигают задуманной цели – финансовой безопасности для себя и своего окружения. Я хочу дать вам один очень простой совет. Используйте все, что у вас есть, самым мудрым способом, чтобы способствовать своему процветанию. И используйте это вовремя. Не упустите свой шанс. Успехов вам и процветания!